Из-за жары клещей в городе стало меньше, но теперь наша область в лидерах по энцефалиту и боррелиозу. Об этой и других новостях в нашей традиционной рубрике «Короткой строкой». В области за медицинской помощью в связи с укусами клещами обратилось 4815 человек. В Кирове проведена противоклещевая обработка лесопарковых зон и скверов. Сейчас наша область является одной из неблагополучных территорий по заболеваемости энцефалитом и клещевым боррелиозом. В городе готовится к Великорецкому крестному ходу. Заранее будет проведена противоклещевая обработка в районе Троицкой церкви и стадиона «Трудовые резервы». Там же будет организована стоянка автомашины с камерами хранения. Встречать паломников из других регионов и стран город начнет 2 июня. В Кировской области построили на 40% квартир меньше, чем в прошлом году. Согласно статистике, в регионе построили почти 1500 квартир. Их общая площадь составила 99 тысяч квадратных метров. При этом непосредственно населением за свой счет и с помощью кредитов было построено половина от общего объема введенного жилья. В Кирове ограничат движение на улице Полевой. Четную сторону на участке от Орджоникидзе до Тименского переулка уже перекрыли для всех видов транспорта. Ремонтные работы затянутся на месяц. Движение откроют утром 1 июля. 28 мая в Кирове отметят день рождения Ленинского района. Праздничные торжества пройдут в парке имени Кирова. В 16 часов на сцене у цирка начнется концертно-развлекательная программа. Завершится праздник фейерверком, который запустят в парке в 22 часа.